Битва черных и белых. В спортшколе Олимпийского резерва «Фортуна» провели первенство города по шахматам, посвященное празднованию Дня города. В соревнованиях приняли участие 35 горожан. Спортсмены боролись за победу в четырех возрастных группах. Данный турнир проходит по швейцарской системе, 9 туров. Там, где группы не набрались, больше 9 человек играют по круговой системе, то есть каждый с каждым. На данных соревнованиях, конечно, это начало учебного года, есть и новенькие у нас участники, которые еще ни разу у нас не были. А в старшей группе уже, конечно, сформировавшийся такой у нас костяк. Интересные партии у них, интересная игра, очень наблюдать за ними очень интересно. По результатам соревнований призеров и победителей наградили грамотами и медалями. Впереди шахматистов ждут новые старты. С 19 по 27 сентября пройдет первенство Ямала среди спортсменов 11-13 лет по шахматам в дисциплинах классические шахматы, быстрые шахматы и блиц.